Вообще фотография — это такая вещь, которая, по идее, должна доставлять людям радость, потому что сначала ты хочешь знать, что получилось. Страх — получилось, уже радость. Потом ты хочешь этой радостью поделиться с друзьями. И они говорят: ну ты снимал фигни всякой. Относительная радость. Самая большая радость для человека, который нажал на спуск, это если матери понравился снимок ребенка, которого ты снял. Вот это самый кайф. Потому что ты думаешь: о, как я здорово снял ребенка, а мама посмотрела и сказала: ну как-то он на себя не похож. И попробуй докажи, что он на самом деле получился очень хорошо. Это как у меня приятель снимал собак полжизни, потом наконец сделал выставку. Пригласил всех, кого мог, там специалистов, но специалисты ему и выдали по первое число. Сказали: ну какие это собаки, это же у них ни экстерьера, ничего. А он снимал собак, ну как людей, и там с их выражением лица или мордой.